Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Still on verse number 5. Итак, мы читаем Нектар наставления, текст. Krishna tiyasya giritam manasadriyeta Dikshasti chetranati bischa bhajantam isham Sushrushraya bhajana vijnana nanyamanya Nindati sunyam ridam ipsita sangalabhya. Who wants to chant? А кто-нибудь хочет повторить? Кришнати яся гиритам манасадриета дикшасти чет пранади пища баджантам ишам шушрушая баджана вигьямананья манья ниндади шунья хридами псита сангалабья. Very good. Okay. Yes, very good. Shall I go? Очень хорошо. Someone else? А кто-нибудь еще? Okay. If nobody else, then you read translation. Перевод. Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно. Перед преданным, который получил духовное посвящение дикшу и поклоняется божеству, нужно смиренно склоняться. А чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью. Okay, so in this verse Rupa Goswami is training us, guiding us, how to recognize different devotees. И в данном стихе Рупа Госвами наставляет нас в том, чтобы как понимать и принимать разных преданных. And how we should respect them or how we should treat them according to their position. И как мы должны выказывать им почтение в соответствии с их положением. We have to understand there are different levels of devotees. Мы должны понимать, что существуют различные уровни преданных. There's a class of devotee. They are called Prakrita Sahajyas. They are people who take the process of Krishna consciousness very cheaply. Есть класс таких преданных, которые называются Prakrita Sahajya, которые очень считают преданное служение очень дешевой вещью. They like to chant Hare Krishna Maha Mantra, but at the same time they're very attached to women, money, and intoxication. Они читают Хари Кришну Махамантру, но при этом они очень привязаны к женщинам, деньгам и интоксикациям. So they like to chant Hare Krishna, but they're not very pure. Они повторяют Хари Кришну, но они не очень чисты. So we should avoid these kind of people. We should avoid the association of such people. И мы должны избегать такого рода людей, должны избегать общения с ними. But at the same time, within our mind, we should respect them, that they're chanting Hare Krishna. Но в то же время, в своем уме, мысленно мы должны выражать им почтение, поскольку они повторяют Hare Krishna. Now you do get some devotees who are innocent. They don't know very much, but they get because they have bad association, they don't follow very well.
Есть такие преданные, которые невинные люди, которые заинтересованы в сознании Кришны, но у них плохое общение, и поэтому они не совсем всему хорошо следуют. We have to see if they are eager, are they willing to take instruction from senior devotees. И мы должны понять, хотят ли они, есть ли у них желание принимать наставления от старших преданных. It's important. They have to be submissive. They have to be willing to hear from people who are actually practicing Krishna consciousness. Они должны быть послушны тому, что говорят старшие люди в сознании Кришны, должны желать слышать от них. But a devotee who is actually initiated in Krishna consciousness and who is faithfully carrying out the instructions of the spiritual master, very seriously engaged in devotional service, so this person, we should offer obeisances to them. Но преданным, которые имеют посвящение в сознании Кришны, очень строго следуют всем наставлениям духовного учителя и всем правилам и регуляциям, мы должны выражать такому преданному почтение. So in our Krishna consciousness movement, we give everyone a chance to come to Krishna consciousness. We don't care about their color or their birth or their position in society, everyone is given equal opportunity to become a devotee. И в нашем движении сознания Кришны мы даем возможность прийти сюда всем, то есть мы не смотрим на их рождение, на их положение в обществе, мы рассматриваем, видим всех равными, и поэтому даем возможность всем. So we give them a chance to come, take prasadam, and to hear about Krishna. Мы даем им возможность прийти, вкусить прасад и услышать о Кришне. And when somebody they may be coming more, and then they develop an interest in Krishna consciousness, they may even want to become initiated. И если кто-то более заинтересован в Кришне, они хотят знать больше, тогда они могут получить инициацию. Of course, before initiation, they have to be taught how to chant the holy name, and they have to practice the chanting of the holy name. Но перед тем, как получить посвящение, им нужно сказать, как повторять святое имя, и они должны практиковать это до посвящения. Now someone may be initiated, but it doesn't mean that they're actually advanced. They're still really neophyte. Кто-то может уже иметь посвящение, но это не значит, что этот человек уже достиг достаточных высот и достаточно продвинут. Он может все еще находиться на уровне неофита. But because they've taken initiation, so we accept them as a devotee, as a Vaishnava, and we should offer obeisances to them. Но поскольку такие люди, такой человек уже имеет посвящение, то мы должны рассматривать его как вайшнава и предлагать ему свои поклоны. So out of many devotees who get initiation, some devotees may become very strict and follow very carefully everything, and they're always trying to spread Krishna consciousness. So we should accept that devotee as being the topmost devotee. И есть преданные, которые очень серьезны в сознании Кришны и следуют всему очень строго. Поэтому мы должны принимать таких преданных, дорогие преданные. У кого-то включен микрофон. And we should try to associate with these devotees who are very advanced and who are always thinking how to try to spread Krishna consciousness. Haribol?
Таджайна. Хари Кришна. Yes, Хари Кришна. Мы должны принимать таких преданных, которые преданными, которые находятся на очень высоком уровне и пытаются распространить сознание Кришны. Мы должны искать общение с такими преданными. Now in the purport, Srila Prabhupada quotes a verse from the Chaitanya Charitamrita, describing, at the time of initiation, when a devotee fully surrenders to the service of the Lord, Krishna accepts him to be as good as he himself. И в комментарии Шрила Прабхупада приводит цитату из Чайтаньи Чаритамриты. Would you repeat once again? At the time of initiation. Во время инициации. When a devotee fully surrenders to the service of Krishna. Когда преданный полностью предается служению Кришне. At that time, Krishna accepts that devotee to be as good as Krishna himself. И в это время Кришна принимает этого преданного таким хорошим, как он сам. So, this verse is quoted in relation to the Sanatana Goswami surrendering to Lord Chaitanya. И этот стих был процитирован в связи с тем, что описывалось предание Санатаны Госвами Господу Чайтанье. Sanatana Goswami gave up everything to surrender to Krishna. Sanatana Goswami оставил все, чтобы предаться Кришне. He had a big position in the government, and at one point they put him in jail because he tried to resign from his job, and he had to escape from the jail. Он занимал высокий пост при правительстве и из-за его предпочтений его бросили в тюрьму, и он бежал из этой тюрьмы. So he really prepared himself before he surrendered to Krishna. Ну, действительно подготовил себя перед тем, как предать себя Кришне. He hired brahmanas to come to his home to read the Srimad Bhagavatam and explain Srimad Bhagavatam to him. Он приглашал брахманов в свой дом, чтобы читать Шримад Бхагаватам и объяснять ему это священное писание. He performed also sacrifice, a yagya, did a yagya to make it auspicious for him. Также он проводил различные жертвоприношения и яги, что было благоприятно для него. He did everything to prepare for the initiation. Он делал все, чтобы подготовиться к посвящению. So, when one, if we fully surrender, then we really get a lot of purification with the initiation. И если мы полностью предаемся, то мы действительно получаем полное очищение с посвящением. So initiation is very important. It's very powerful. И посвящение, оно очень могущественно, очень важно. So Prabhupada then goes on to speak about what initiation actually means. И далее в комментарии Прабхупада говорит, что же на самом деле значит посвящение. Prabhupada quotes a verse about Diksha. He said, "By when we get initiation, the effect is we will lose interest in material enjoyment, and we will become more and more interested in spiritual life." Он говорит, что благодаря посвящению в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни. So Prabhupada describes how many devotees come to Krishna consciousness. They come from wealthy families, rich families, and they give up everything to become a devotee. И Шрила Прабхупада описывает, как многие преданные оставили все, многие из них пришли из богатых семей, которые, и эти люди оставили все, чтобы стать преданными. And they have to live, they live in the temple or live in the ashram, they accept very simple living condition. Они жили в храме, в ашраме, и они приняли очень простые условия проживания.
then they just simply live with all the devotees, and they don't have any money or anything, but they're very happy. И эти преданные жили вместе с остальными преданными, и у них не было на самом деле, жили очень просто, и не было особо денег, но они были очень счастливы. So that when people have that kind of interest in Krishna consciousness, then they're it means they're very serious about initiation. Если люди настолько заинтересованы в сознании Кришны, то это значит, что они скажем так, они готовы получить инициацию. In order to be initiated, we have to be willing to accept some austerity. И чтобы принять посвящение, у человека должно быть желание принять какую-то аскезу. And we have to practice controlling the mind and senses. И мы должны практиковать контроль чувств и ума. We have to be regularly hearing spiritual knowledge. Они должны постоянно слушать духовное знание. In the association of devotees, we study the scriptures and we worship the deity. Они общаются с преданными, изучают священные писания, поклоняются божеству. And so in this way people become very qualified for initiation. И таким образом эти люди становятся очень квалифицированными для посвящения. And with the initiation then they get more relief from the reactions of their sinful activities. И с инициацией мы становимся более... We get more relief. Yeah, we destroy the sinful reactions. Мы разрушаем греховные реакции. But not everybody is very serious when they come and take initiation. Но не все становятся серьезными, когда они приходят получать инициацию. Some people just do it like some kind of fashion that, oh, I want to have a guru, everybody else has got a guru, I should have a guru. И некоторые делают это как дань моде. У всех есть гуру, значит, у меня тоже должен быть гуру. But actually, you want a spiritual master, you have to make inquiries, you have to want to understand the nature of material life and the nature of spiritual life. И, но на самом деле, когда вы принимаете духовного учителя, вы должны задавать вопросы, вопрошать его, вы должны понимать природу духовной жизни и материальной жизни. Some people come to Krishna consciousness, they just want to get a wife or they just want to get a husband. Но некоторые приходят в сознание Кришны лишь для того, чтобы получить мужа или жену. This is not the real purpose of spiritual life. И это не является истинной целью духовной жизни. We should want to understand the absolute truth. Мы должны хотеть понять абсолютную истину. We should know that material life means suffering. Мы должны знать, что материальная жизнь означает страдание. And we should feel compassionate on them. We should want to help them to get free of that suffering. И мы должны чувствовать сострадание к таким людям. Мы должны пытаться освободить их от этого. So initiation means to declare war on Maya. И инициация это значит объявить войну Майи. So to come to the Madhyam level, it's not only just being initiated. You must also be engaged in the service of Krishna, doing serious service for Krishna. И быть на уровне Мадхьямы это не значит просто иметь инициацию, это значит быть вовлеченным в серьезное служение Кришне.
Just like Srila Prabhupada did not live in the temple, when after he was initiated, he didn't live in the temple. И Шрила Прабхупада, например, после того, как он получил посвящение, он не жил в храме. But he was always doing service. He was always engaged in service. He was regularly coming to the temple. Но он был постоянно вовлечен в служение, и он регулярно приходил в храм. And he was regularly chanting the holy name and studying the scriptures. Он регулярно воспевал святое имя, изучал священные писания. And he was also having the devotees come to his home and like visiting him in the home, taking prasadam. И преданные часто приходили в его дом, кушали прасад. So like this, Prabhupada kept all, he did everything at home. He didn't live in the temple, but he kept the temple program at home. Прабхупада не жил в храме, но он все это делал дома, он проводил храмовые программы у себя дома. So, chanting the Hare Krishna mantra is very important part of Krishna consciousness. Таким образом, повторение Hare Krishna мантры очень важная часть сознания Кришны. So, Rupa Goswami describes three different levels of people in chanting. И Рупа Госвами описывает три разных уровня людей в плане повторения. So, Prabhupada explains we want to understand that the holy name is not different from the Lord Himself. И Шрила Прабхупада пишет, мы должны понимать, что святое имя не отлично от Господа. This is an advanced level. This is not a neophyte devotee. This means an advanced devotee. И это значит, что этот преданный достаточно возвышен, это не уровень неофита. We are different from our name. Мы отличаемся от нашего имени. Somebody may say my name, but that's different from me. But Krishna's name is not different from Krishna. Мое имя, оно отличается от меня самого, но имя Кришны не отлично от Господа. And just as Lord Krishna, his form, there's no difference between his body and his soul. It's all eternal, full of bliss and knowledge. И тело Господа Кришны не отличается от его души. Оно все наполнено знанием и Дхарана Прабху слово и вечностью. So Krishna's holy name is also full of bliss and knowledge eternally. И святое имя Кришны также наполнено знанием, блаженством и вечностью. So Prabhupada explains that if we don't learn to chant the holy name without offense, then we cannot advance in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада говорил, что если мы не можем воспевать святое имя без оскорблений, то тогда мы не можем продвигаться в сознании Кришны. Yeah. Our advancement in Krishna consciousness will depend on the quality of our chanting. И наше продвижение в сознании Кришны будет зависеть от качества нашего воспевания. So we have to learn to avoid offense, and the major offense, distraction. Inattention. Guru Maharaj, would you please The main offense is to be inattentive, not to give full attention on the chanting, or to be distracted by other material things. И главным оскорблением считается невнимательное воспевание святого имени Кришны и быть и привлекаться другими какими-то вещами, материальными вещами. Okay, so it will depend on how much faith we have. Это все зависит от того, сколько веры у нас есть. Somebody's faith may be very weak and soft. А чья-то вера может быть очень слаба и неустойчива. But if he
does his devotional service, if he does his chanting regularly, then gradually he can come to the higher level. Но если такой человек занимается преданным служением регулярно, и он регулярно воспевает, то он постепенно усилит свою веру. We only chant 16 rounds a day, but Prabhupada's spiritual master wanted everyone to chant 64 rounds. Мы повторяем только 16 кругов в день, но духовный учитель Шрилы Прабхупады повторял 64 круга. So our chanting is very, you know, we're on a very low level. И наше воспевание находится на очень низком уровне. So it's important that we are very careful to try to serve Krishna. И поэтому очень важно, что мы должны быть очень внимательны в служении Кришне. We want to get the mercy of Lord Chaitanya. Мы хотим получить милость Господа Чайтаньи. So one devotee in the Chaitanya Charitamrita, it tells about how one devotee approached Lord Chaitanya, and the devotee said, I'm a householder, I'm very fallen, how can I make advancement? И в Читании Чайтамрите рассказывается, как один преданный пришел к Господу Чайтанье и сказал, я домохозяин, я очень грешный, как я могу стать преданным? So Lord Chaitanya told him, you should chant the holy name and you should serve the Vaishnavas, serve the devotees. И Господь Чайтанья сказал ему, что ты должен повторять святое имя и служить Вайшнавам. So then the devotee asked Lord Chaitanya, how do I recognize a devotee? Who is the devotee? И тогда преданный спросил Господа Чайтанью, а как же я могу распознать преданного? Кто является преданным? So Lord Chaitanya said, if that person even once says the name Krishna, then that person should be you should consider him a devotee. Тогда Господь Чайтанья ответил, что если этот человек хотя бы однажды произнес имя Кришны, то ты должен считать его преданным. But then after some time, the man came back to see Lord Chaitanya again, and again he asked him, who is a devotee? Но спустя некоторое время этот человек снова пришел к Господу Чайтанье и снова спросил его, кто такой преданный. And this time Lord Chaitanya said, if somebody regularly chants the name of Krishna, then he is a devotee. И в этот раз Господь ответил, кто регулярно воспевает святое имя Господа, такой человек является преданным. You should accept, you should respect him, at least within the mind. И ты должен уважать такого человека, по крайней мере, в уме. So we see different levels of devotees. Таким образом, мы видим разные уровни преданных. We should respect people if they have some interest in the chanting of the holy name. И мы должны уважать тех людей, которые имеют интерес к воспеванию святого имени. And we should also have great faith in the holy name ourselves. И также мы сами должны иметь великую веру в святое имя. If we don't chant the holy name, then what kind? Then it means we're not very good devotees. Если мы не повторяем святое имя, то это значит, что мы не очень хорошие преданные. Of all the instructions of the spiritual master, the instruction to chant the holy name is the most important. Из всех наставлений духовного учителя, наставление воспевать святое имя является самым важным. So somebody also can be, devotees can also be understood to be on different levels according to their knowledge of the scriptures.
также нужно понимать, что преданные могут быть на различных уровнях в зависимости от того, насколько хорошо они знают Священное Писание. Somebody has very little knowledge of the scriptures, so they can easily be defeated by other people. И у некоторых очень мало знаний священных писаний, и поэтому они могут быть очень легко побеждены другими преданными. They don't have strong faith and they don't have much knowledge of the scriptures. У них нет сильной веры, у них нет больших знаний священных писаний. So people come to them and they say, this Hare Krishna is no good, why you follow this, why you don't eat meat like us? И таким образом могут прийти к такому преданному и сказать, ну все эти Хари Кришна, зачем ты вот этому следуешь, зачем это тебе нужно? And we don't have very strong faith, and we don't have any knowledge, we don't know how to defeat them. И у нас нет сильной веры и больших знаний, мы не знаем, как победить их в этом споре. So our position is very insecure. We can easily give up Krishna consciousness. И такая в таком положении мы очень незащищены, и мы можем очень легко оставить сознание Кришны. But somebody else has stronger faith, but still they don't have much knowledge of the scriptures. Но у кого-то вера может быть сильнее. Но все же не хватает знаний священных писаний. So somebody is talking to them and they're trying to discourage them from being a devotee, but because they have strong faith, they will not give up. И кто-то может в общении с ними опять сбивать их с пути преданного служения, пытаться как-то разочаровать их, но они не сходят с этого пути, потому что у них есть сильная вера. But someone on the topmost level, they have good faith and they have also good knowledge of the scriptures. So when people talk bad things to them, they can correct them, they can defeat them. И тот преданный, который находится на верхнем уровне, у него есть хорошая вера и хорошее знание священных писаний. Когда другие люди говорят им какие-то плохие вещи, такие преданные могут легко разбить их в споре или поправить их. So somebody who has strong faith, if they have strong faith, even though they don't have much knowledge, they can make advancement by getting good association. But if they don't have good knowledge, yeah? Yeah, they don't have good knowledge, but they'll get good knowledge with good association. У кого-то может быть сильная вера, но нет больших знаний, и таким образом он может получить эти знания благодаря хорошему общению. So these two things are there. One is by faith, and the other is knowledge. И то есть есть вот эти две вещи, один путь вера и другое знание. С помощью веры и знания мы можем продвинуться. To have faith means we're convinced that Krishna, everything, that doing things for Krishna is very good. И если, допустим, если у нас есть вера, то мы убеждены, что что-то делает для Кришны, какие-то действия для Кришны — это очень хорошо. And we accept. When somebody has faith, they have faith. They understand. Bhagavad Gita is teaching good knowledge, good teachings. И если тот, у кого есть вера, понимает, что Бхагавад Гита — это хорошее знание, хорошее учение. Just like in the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, he says to Arjuna, now you decide, Arjuna, what are you going to do? Как в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, Арджуна, теперь ты должен решить, что ты будешь делать. And Arjuna said, yeah, I accept what you say. I'm ready to do what, as you ask.
И Арджуна отвечает: да, я готов делать то, что ты сказал, то, о чем ты попросил. In the 10th chapter, Krishna spoke the four verses of the Bhagavad Gita, the nutshell verses, the summary of the Bhagavad Gita in four verses. И в 10 главе Господь Кришна произносит 4 стиха, которые объединяют в себе всю Бхагавад-гиту, как подведение итога всей Бхагавад-гиты. And when Arjuna heard this, then Arjuna said, now I accept as truth everything you say. И когда Арджуна услышал их, он сказал: теперь я принимаю все, что ты сказал мне, как истину. So, we want to develop that kind of faith, like Arjuna. Таким образом, мы хотим развить такую же веру, как у Арджуны. So we have to regularly chant the Hare Krishna mantra. Таким образом, мы должны регулярно повторять Харе Кришна мантру. And then one day we will realize our spiritual identity. We will realize we're not the body, we're souls, we're servants of Krishna. И в один прекрасный день мы осознаем свою духовную природу. Мы поймем, что мы слуги Кришны. So we have to use our tongue to chant, and we have to use our ears to hear. Таким образом, мы должны использовать свой язык для воспевания, а уши для слушания. At the same time, we should only eat. We should only eat Krishna prasadam, don't eat other food. И в то же самое время мы должны вкушать только Кришна прасадам и не должны есть какую-то другую пищу. So in this way we can make advancement in Krishna consciousness. И таким образом мы можем продвинуться в сознании Кришны. So, sometimes our position will change. Sometimes we will feel very convinced, and other times we feel very, not very convinced. We've lost faith. Но наше положение, наше состояние может меняться. Иногда мы чувствуем себя уверенно, иногда не очень уверенно. Sometimes we have problems in our life. Things go wrong, and we get trouble. And we wonder why Krishna is doing this to me. Иногда в нашей жизни случаются какие-то сложности и неприятности, и мы думаем, почему Кришна это делает со мной? We have to, at that time, we have to take shelter. We have to chant more to Krishna and pray to Krishna. И в такие времена мы должны принимать прибежище у Кришны. Мы должны больше повторять, воспевать святое имя, молиться Кришне. Just like Queen Kunti had so many difficulties. Как у царицы Кунти было так много сложностей. She had three sons, and her co-wife Madri, she had two sons, and their husband died. У нее было три сына, и от второй жены мужа Мадри было еще два сына, и ее муж умер. So then the other wife also died, and she was left, Kunti was left with the five sons to take care of with no husband. И вторая жена Мадри также затем оставила тело, и таким образом Кунти осталась одна с пятью детьми. But And then she had so many problems, so many things went wrong, people were trying to kill them. И у нее было так много затем проблем, какие-то кто-то пытался убить их. But Kunti always remembered Krishna and prayed to Krishna. Но Кунти всегда помнила о Кришне и молилась ему. And Krishna helped her. И Кришна помогал ей. So we have to have faith like Kunti. Мы должны иметь такую же веру, как Кунти. So we have to understand our own position, and we have to understand the position of other devotees. И
мы должны понимать свое собственное положение, положение, в котором находятся другие преданные. We shouldn't, if we are a neophyte devotee, we shouldn't try to imitate the advanced devotee. Если мы преданные неофиты, то мы не должны имитировать продвинутых преданных. We are neophyte devotees, so we should worship more the deity, go to see the deity and pray in the temple. Если мы преданы неофиты, то мы больше должны уделять внимание поклонению божествам. Мы должны идти в храм и кланяться божеству. The temple program is very important as for the new devotee. И программы в храмах очень важны для новых преданных. Of course, at this time, with the lockdown everywhere, many devotees are not able to go to temple. Конечно, сейчас во время карантина у многих преданных нет возможности пойти в храм. So we have to put the temple in the heart or in the home, and we have to do everything in the home. И мы должны в это время сделать храм в своем сердце или в своем доме и делать все точно так же, как в храме у себя дома. We have to pray to Krishna. We have to chant His name. We have to read the book. Мы должны молиться Кришне, мы должны воспевать Его имя, читать книги. And we want to try to take the opportunity to try to associate with another devotee. И мы должны хотеть обрести эту возможность общения с другими преданными, мы должны пытаться обрести это общение. Somebody who can help us to advance, to develop more faith. А с теми, кто поможет нам продвинуться в сознании Кришны, обрести больше веры. So we will stop and ask if there's any questions. Здесь мы остановимся, есть ли у кого-то вопросы? Да, вот у меня есть вопрос. Да, Матаджи, слышно, да, меня? Пожалуйста. Слышно, да, пожалуйста. Анастасия, будем слушать. Да. У меня, знаете, какой вопрос? Вот царица Кунти, да, у нее было очень много испытаний, ей приходило. Вот как понять, это по милости Кришны, ну, то есть это Кришна заботится, да, и любовь таким образом проливает, либо это по карме приходит, по судьбе, ну, то есть то, что человек заработал, да, вот, ну, как бы, вот как вот это вот различить, допустим? Такой вопрос. Kunti had a lot of problems and troubles in her life, and was it on the mercy of Krishna or only by her own karma? How we can understand, is it mercy of Krishna or is it our own karma, our own destiny? Yes, for us, the difficulties we go through, we can say it's our own karma. Для нас, то есть через трудности, через которые мы проходим, мы можем сказать, что это наша собственная карма. You could say the destiny. Somehow, due to our past activities, were put into more difficult situations. И можем сказать, это наша судьба, и из-за того, что в прошлом, из-за действий наших в прошлом, мы попадаем в эти сложности. A devotee should always think that the difficulties which he undergoes, which he's having, the difficulties which he's having, are due to reactions, due to his past. И преданный должен понимать, что те трудности, в которых он оказывается, это реакции на его прошлые действия. However, in the case of people like the Pandavas and Kunti, it's a different situation. Однако, если мы говорим о Пандавах или Кунти, здесь уже другая ситуация. The difference is, you see, Pandavas and Kunti, they're very special souls. They're very pure souls. So they don't have karma.
So the difficulties which they go through, that's the arrangement of Krishna. Нет кармы, все сложности, через которые они проходили, это все было устроено Кришной. Krishna sometimes will put his devotees into difficulty to show how strong their faith is. И Кришна помещает своего преданного в какие-то трудности, чтобы показать, насколько сильна его вера. Even though they have so many difficulties, they never forget Krishna. They remember Krishna more. The more the difficulties come, the more they remember Krishna. И несмотря на все трудности, они всегда помнили о Кришне. И чем больше этих трудностей приходило, тем больше они о нем памятовали. And Srila Bhaktivinoda Thakur, one of the great acharyas in our line of the cyclic succession, he teaches the same thing. И Бхактивинода Такур один из величайших учителей нашей ученической преемственности учит тому же самому. He says the difficulties which we have are the time when we can make the greatest advancement. И он говорит, трудности, которые к нам приходят, это it is great advancement. It's a time, at that time we can make a lot of advancement. И во время трудностей, когда они к нам приходят, в это время мы можем очень сильно продвинуться. Because our remembrance of Krishna will become more intense, because we're in a very difficult situation, so we will feel more the presence of Krishna. И наша поскольку мы чувствуем, находимся в этих сложностях, мы больше чувствуем в своей жизни Кришну. So, just to be comfortable and to have a nice life and happy, that's not very good for devotee. И какая-то комфортная жизнь и счастье – это на самом деле не очень хорошо для преданного. Devotee knows the nature of the material world, that it's very temporary. Преданные знают природу материального мира, знают, что это все временно. So devotee knows. He understands everything, what's happening, the difficulties which are here one day, after a few days they'll be gone. И преданный знает, что те сложности, которые приходят однажды, через какое-то время они уйдут. It's like winter and the summer. The winter comes, but it doesn't stay forever, it goes. Это подобно зиме и лету. Зима приходит, но она не остается вечно зимой. Она уходит в конце концов. So we have to be tolerant and we have to try to cultivate more faith in Krishna. И мы должны быть более терпимыми и пытаться развивать в себе больше веры в Кришну. We have to chant the holy name, chanting his name. Мы должны воспевать его святое имя. And feeling the presence of Krishna in his name, how Krishna is there with us in his name. И должны присутствовать, и должны чувствовать присутствие Кришны в его имени. Krishna is attracted to the devotee who chants his name. Krishna attracts his devotee. Krishna is attracted. Krishna himself comes to that devotee who is chanting. Krishna привлекается. Преданный, который воспевает святое имя, привлекает Кришну.
And what often when we're in difficulty, we will chant the name much better. Когда мы находимся в какой-то сложной ситуации, мы намного лучше воспеваем Святое Имя. Just like I often tell about the devotees in Mumbai, that one night they were in the building and the building was shaking. There's going to be an earthquake. Я часто рассказываю эту историю о преданном Мумбаи, когда он находился однажды ночью в здании, и началось землетрясение. So they all had to rush out of the building quickly. Преданные, которые находились в этом здании, они быстро выбежали. And it was the middle of the night, and they were all outside in the dark, and they were all chanting. Это была глубокая ночь, и все они были на улице и начали вспевать. Because the building was shaking, and they didn't know, maybe the ground is going to open up, there's going to be an earthquake. И они не знали, поскольку здание все трясло, и им казалось, что сейчас вот-вот земля разверзнется, и как бы... So devotees were chanting loudly. И преданные очень громко повторяли Святое Имя. They said it was the best chanting they did ever. И они сказали, что это было самое лучшее воспевание, которое когда-либо было. So we also, Krishna puts us into difficulty to help us to chant better. Таким образом, Кришна помещает нас в какие-то трудности, чтобы помочь нам лучше воспевать. Харе Кришна. Ваше святейшество, можно задать вопрос? Да, давайте. Скажите, пожалуйста, какой критерий того, что человек уже дорос духовного, что он уже готов принять духовного учения? Я слушал лекции Бхактивиньяна Госвами Махараджа, и он говорил, что человек сначала приходит в общество преданных, вот как бы садху санга, потом он постепенно акцентируется на слушании одного какого-то возвышенного преданного садху. И критерий, как бы он назвал, что это хочется уже что-то следовать чему-то, что этот садху говорит. И потом, в конце концов, преданный уже решает, что я готов предаться этому преданному, но этому садху. То есть какой критерий, что я вот дорос? То есть если у меня еще этого желания предаться какому-то садху нет, то значит как бы я просто не дорос еще. Просто я, другие преданные говорят, ты должен как бы выбрать, принять духовного учителя из чувства долга. То есть я вот как-то не понимаю, кого слушать. Хари Кришна. The question is that what is the standard of just taking an initiation? Initiation, for example, I've heard Bhaktivedanta Goswami Maharaj, he said, when you come to the devotees, first of all, you begin to listen to the senior devotees, to listen to the sadhu. And at that moment, when you just want to follow his instructions, want to follow that things that he's talking about, this is the moment you're just, it means that you are ready to get initiation from this sadhu. Is it like this? And for example, if I don't have this desire to follow the instructions of sadhu, it means that I'm not ready to get initiation yet, because other devotees that are just who are around me, they say you should take the initiation.
what should I do in such situation? They say you should take initiation out of a sense of duty. Uh-huh. Yes, when we accept a spiritual master, it's expected one will also follow the instructions of the spiritual master. И если мы принимаем духовного учителя, то ожидается, что мы будем следовать его наставлениям. One of the offenses in chanting the holy name is to disobey the order of the spiritual master. И одним из оскорблений святого имени является не следовать наставлениям духовного учителя. So if the spiritual master gives some instruction and you're not able to follow it, then you should approach the spiritual master and explain to him the circumstances. И если духовный учитель дает какие-то наставления, но вы не можете их выполнить, то вы должны подойти к нему и объяснить обстоятельства. Just like we see our own spiritual master, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was given the instruction by Bhaktisiddhanta Sarasvati that he should preach in the West, that he should preach in the English language. Как, например, нашему духовному учителю Шрилы Прабхупаде, его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати дал наставление проповедовать на английском языке, проповедовать на Западе. Now he met his spiritual master first in 1922. And the very first meeting, Bhaktisiddhanta Sarasvati told him, you should preach this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И он впервые увидел своего учителя в 1922 году, и на первой же встрече Бхактисиддханта Сарасвати сказал ему, ты должен проповедовать послание Господа Чайтаньи. He was not initiated at that time, but he said, when he met Bhaktisiddhanta, he said, I accepted him as my spiritual master. И он в то время еще не был инициирован, но он сказал, что как только я увидел Бхактисиддханту Сарасвати, я принял его своим духовным учителем. Then in 1933, Bhaktivedanta Swami Prabhupada was initiated. И в 1933 году Бхактивиданта Свами Прабхупада был инициирован. And Bhaktisiddhanta Sarasvati, he left the world in 1936. И Бхактисиддханта Сарасвати оставил этот мир в 1936 году. But before he left the world, Bhaktivedanta Swami Prabhupada wrote to his guru and he asked him, how I can serve you. Но перед тем, как Бхактисиддханта Сарасвати оставил этот мир, Шрила Прабхупада написал ему письмо, как я могу служить вам. So his guru told him, you try to preach in English, you're good in English, and so you can do a lot of preaching in English. И гуру ответил ему, то твой английский очень хороший, поэтому ты должен проповедовать на английском. So Prabhupada did not go to America until 1960. Haribo? Yes, yes, I can hear you. Oh, back in line, very good. So, I was talking about Prabhupada, that Prabhupada got the instruction, he could not follow it immediately, but after some time, he took up the order. И после того, как Шрила Прабхупада получил наставление, он не мог их выполнить тут же, сразу же, но лишь спустя какое-то время. So same way, you have to get initiation.
Now, if you accept that person as your spiritual master, even though you cannot follow the order immediately, after some time, you should try to follow. И таким образом вы можете принять духовного учителя, и даже если вы не можете выполнить его наставление тут же, но вы можете выполнить их спустя какое-то время. Just like Prabhupada said, he said, I was just married when I met my spiritual master. I just married, I had a young family, I could not devote myself very much. И Шрила Прабхупада говорил, когда я принял инициацию, я только что женился, у меня был маленький сын, и на самом деле я слишком сильно не предавался. But I never forgot the order of my spiritual master. Но я никогда не забывал приказы моего духовного учителя. So like that. Прабху, повтори. Yes. Yeah. Okay. Is that all right? Did Prabhu understand it? Прабу, вам понятно, да, вот это вот? И то, что вы да, я просто говорили, повторите, пожалуйста. Уточнить хотел. Просто старшие преданные, как бы вот я советовался по этому вопросу, и мне, ну, как бы немножко наседают, как бы говорят, что тебе уже пора. Вот. Ты как бы должен просто, ты не дождешься, поэтому у тебя там в сердце что-то там. Не любовь не проснется там, то есть ты не жди там какое-то там чудо. Должен принять, есть чувство долга, что вот написано шастра, должен принять духовного учителя. Ты должен принять. То есть, вот мне вот это непонятно. То есть просто как бы берешь список всех духовных учителей, как бы и просишь у кого-то пранаму мантру, и тебе говорят да или нет, то есть вот так что ли. То есть должен же кто-то откликнуться в сердце, или это просто сентименты мои? Senior devotees just they said you should take initiation, you should accept spiritual master, but and they say you shouldn't wait for milk for a miracle in your heart. Don't you will not feel love, but you should take initiation. And they don't understand. I need to just. To take a list of spiritual masters and choose one of them and ask him for initiation like this. I don't understand how I can do this if I don't feel this in my heart. Should I choose the spiritual master in my heart or not? Or just I can ask anyone? The process is you take instruction from different people. You take instruction from them, and then you will develop more faith in one of them, that his instructions are giving you greater benefit. Процесс в том, что вы получаете наставления от многих людей, и в конце концов вы развиваете веру в наставление одного из них, в те наставления, которые, как вы думаете, дают вам большее благо. It's not just sentiment, but practical instruction. Somebody gives you instruction, and this instruction is helping you to advance. It's helping you to become more convinced about Krishna consciousness. Это не сентименты, это достаточно практично. То есть кто-то дает вам наставление, благодаря которым вы становитесь более уверены в сознании Кришны. But you do need to have a spiritual master. You begin by taking instruction. You don't have to take the initiation, but you have to get instruction. And you can take instruction from several people. То есть не обязательно принимать сразу инициацию. Перед тем, как сделать вы можете принимать наставления от нескольких людей. Then from the several people who are giving you instruction, one person will become more prominent. И из этих нескольких людей, которые дают вам наставление, один из них может стать, скажем так, более значимым для вас. That one person who is prominent, he should become your Diksha Guru. И тот человек, который станет для вас наиболее авторитетным, он должен стать вашим дикшагуру. But even after taking initiation, you can still continue to take instruction from other people and to hear from other people. А
after the initiation. Yes. Но после принятия инициации вы также можете принимать наставления от других людей. You may take initiation from one person, but you may take instructions more from other people after, because situation may change. Например, вы можете принять инициацию одного человека, но больше принимать наставления от других людей, поскольку ситуация может вполне измениться. So the focus should be the attention on Srila Prabhupada, the founder Acharya. И фокус должен быть на привязанности к Шриле Прабхупаде, к Ачарье-основателю. Because the purpose of the initiation and all the instruction is to connect us more closely to following Prabhupada. Потому что смысл инициации и всех этих наставлений в том, чтобы сделать нас, приблизить нас к Шриле Прабхупаде. So new people coming to Krishna consciousness, the first thing they're supposed to do is to take shelter of Prabhupada. И первое, что должны делать люди, которые только приходят в сознание Кришны, они должны принять прибежище у Шрилы Прабхупады. And then somebody, the Diksha Guru, the Shiksha Guru, they will help to connect you more to Prabhupada. И Шикша Гуру, Дикша Гуру, они помогут вам больше теснее поддерживать связь со Шрилой Прабхупадой. Understand? Понятно? Прабу? Понятно. Да, понятно. Понятно. Хари Кришна. Окей, Хари Кришна. Я правильно понимаю, что как бы вот вы сказали развивать отношения с Шрилой Прабхупадой. То есть, несмотря на то, что как бы человек строит отношения с духовным учителем, помимо этого, он как бы понимает, что это Шрила Прабхупада как бы свои наставления как бы транслирует через конкретно этого духовного учителя. Am I understood correctly that we should develop relationships with Srila Prabhupada, and if we just took initiation from a spiritual master, so his instructions are the instructions of Srila Prabhupada? Yeah. Okay. Да, вы верно поняли. Спасибо большое. Мой поклон. Харе Кришна. Thank you very much. My business is... Any other question? Другие вопросы да, есть? Харе Кришна. Я хочу вопрос. Ой. Да, давайте как-нибудь по очереди. Харе Кришна. Ой. Раджарани Мат, вы будете задавать вопрос или я? Давайте я вам уступлю, я после вас. Разжирание матриджа. Окей, okay, давайте. Ага, почему меня не слышно? Говорю. Да, Хари Кришна, спасибо. Гуру Махарадж, Хари Кришна, это Раджарани Даси. Хотела опять уточнить про молитвы. В прошлой лекции, позапрошлой, говорили, что преданные не молятся за тело. Это телесная платформа. Даже за тело другого преданного мы не молимся, потому что это телесная платформа. Но в то же время все равно есть эти молитвы. Преданный просит помолиться за тело, даже за тело преданного. А просит круги за него почитать, святое имя за него попеть. Это что такое? Я вот не могу понять, ну что, в Шримад Бхагаватам такого нет. В Читаречаритамрите такого нет. Но преданные постоянно просят молиться за преданных, за их тела, чтобы они Кришна им помог и так далее. Вот. И еще святое имя читать или воспевать. Говорит, Кришна, спасибо. This question is according to the previous class about the prayers to Krishna. Just Rajarani Mataji asks about just many devotees ask to pray for them, for their body, for the just ask to chant rounds or for just for them. For their benefit, and I don't understand why there is no such things in spirit, just in spiritual books.
But anyways, devotees are asking for such kind of things. How to understand this? Well, just like here in Mayapur, devotees also come to the temple and they ask people to do pujas for them. Like they worship Lord Nrisingadev, somebody's going to have some medical treatment, undergo some kind of surgery or so. So they may do special prayers for their protection. Например, здесь в Майяпуре люди тоже приходят в храм с молитвами, они приходят к Господу Нрисимхадеву, например, кто-то болеет или кто-то как бы там принимает какое-то лечение, они также просят о здоровье, например. Generally, we worship Lord Nrisingadev for protection. Обычно мы молимся Господу Нрисимхадеву о защите. But we can also worship Lord Krishna, we can chant the holy name of Krishna, and we can also get protection from Krishna's holy name. Но мы также можем воспевать святое имя Кришны, молиться Кришне, получать защиту от Кришны. We see Lord Chaitanya going through the forest of, when Lord Chaitanya was going through the jungle, Jarakanda, and there were many wild animals, so Lord Chaitanya was chanting, Krishna, Krishna, protect me. Krishna, Krishna, save me. Мы знаем, что Господь Чайтанья, когда шел по джунглям через лес Джараканда, и там было очень много диких зверей, то он молился, Кришна, Кришна, защити меня, Кришна, Кришна, спаси меня. So, yeah, we pray to Krishna in every situation. Always remember Krishna. Мы молимся Кришне в любой ситуации, мы всегда помним о нем. It's our duty as devotees to give blessings. И наша обязанность как преданных давать благословения. So people ask you to bless them, you should bless them. May you always remember Krishna. Если люди просят о благословении, вы должны благословлять их, а пусть вы всегда помните о Кришне. That's a real blessing to give to people. Bless them that they can always remember Krishna. И это истинное благословение, которое вы можете дать другим людям. Всегда благословляйте их, чтобы они помнили о Кришне. And you can tell people, I will chant Hare Krishna for you, that you can always remember Krishna. И можете говорить людям, я повторю за вас Хари Кришна для вас, если вы чтобы вы всегда помнили о Кришне. People ask you to chant, you should tell them, you come and you chant with me, I will chant with you, we will chant together. Вы должны говорить им, приходите и повторяйте со мной, я буду повторять вместе с вами, давайте повторять вместе. So, try to engage people in Krishna consciousness. Пытайтесь занять людей в служении Кришне. The whole seventh canto, the seventh canto Srimad Bhagavatam is all about protection. Вся седьмая песня Шримад Бхагаватам посвящена защите. One of the items of surrender is to know that only Krishna can protect us. И один из пунктов предания гласит о том, что только Кришна может защитить нас. So, yeah, we do pray to Krishna for protection. Поэтому мы молимся Кришне о защите. We pray, the protection we want is that we will always remember Krishna, whatever happens. То есть смысл в том, что мы всегда помним о Кришне, что бы ни случилось. We will always have a chance to be with devotees and to do service for Krishna. Would you repeat once again? We always want the opportunity to be with devotees and to serve Krishna. И мы всегда ищем возможности быть преданными, служить Кришне. Okay. Хорошо.
Там просто, прошу прощения, у нас в Ятре, в Владивостоке, один преданный Курмаруба Прабу оставляет тело. И старшие преданные просят посвятить круги какие-то, может быть, дополнительные, чтобы этот преданный как бы обрел уже пристанище у Господа Кришны. И, может быть, в связи с этим был вопрос. Простите, пожалуйста. Это можно перевести или нет? Ну да, потому что, может быть, Махарадж не знает контекста. Нет, это вообще преданные просят молиться не поэтому. То есть, как я понимаю, что в Махамантре уже все есть. Мы не просим отдельно за тело. То есть, если Кришне нужно будет, он оставит это тело. Если не будет, тело умрет. Так как Кришна в Бхагавад-гите говорит о душе, что я защищу тебя как душу. Но тело-то может умереть, а душа-то вечна. То есть, тогда Гуру Махарадж говорил, что чистые преданные не молятся о теле. Да? То есть, это не чистое преданное служение. Потому что я хочу разобраться, потому что постоянно просят молитвы. И это сбивает как бы ум. То есть я поняла, просто читай Махамантру, и все, и Кришна сам уже все разрешит, так, Кришна? The pure devotees, they don't pray about the body, don't pray Krishna for the body. And I want Vrajarani Mataji wants to understand, when we chant Hare Krishna mantra, it includes everything. And Krishna within our hearts, and he understands and he sees everything. So he just saving our soul, not our bodies. So why we should just pray for the bodies if we should save the soul? And by chanting only Hare Krishna mantra without any prayers, just receiving the soul or not? Well, we use the body in Krishna's service. This body is given to us by Krishna, and so we're using it for the service of Krishna. Наше тело, оно предназначено для служения Кришне, и мы используем его для служения Кришне. We have to take care of the body. We have to keep it fit and healthy so we can use it in Krishna's service. И мы должны поддерживать свое тело, мы должны кормить его, поддерживать в здоровом состоянии, чтобы мы могли служить с помощью него. Yeah, we are not the body, but we do need the body for Krishna's service. Да, мы не тела, но нам нужно тело, чтобы служить Кришне. So it's part. It's something. So we're praying to Krishna for the body. Yeah, it's in, the soul is with the body. The soul is living in the body, and so it's connected to Krishna, not separate from Krishna. The devotee understands this. И когда мы молимся за тело, мы понимаем, что душа она соединена с этим телом, и таким образом как бы в этом. Мы понимаем, как оно связано с Кришной, как тело связано с Кришной. There's nothing wrong. It's good for people to pray, and it helps them to keep their faith and have more faith in Krishna. И на самом деле очень хорошо поддерживать вот это вот молитвенное настроение в людях, что они могут таким образом развивать свою веру в Кришну. Just like when Srila Prabhupada was sick. In the final year of Srila Prabhupada, we were all praying to Krishna. So we asked Prabhupada how we could pray. So Prabhupada gave us a prayer. И когда Прабхупада болел, мы хотели молиться Кришне за него, и мы спросили Шрилу Прабхупаду, а как мы можем помолиться за вас? И он нам дал молитву. Prabhupada told us to say to Krishna, Dear Lord Krishna, if you so desire, please save Srila Prabhupada. И он сказал нам, молитесь так, дорогой Кришна, если ты хочешь спасти Шрилу Прабхупаду, if you want to save Srila Prabhupada, eh? Yes, if you desire to save, please save him. Если на то будет твоя воля, если ты так желаешь, пожалуйста, спаси Шрилу Прабхупаду. Krishna may want to save him, Krishna may want to take him away. Krishna may want him to go some other place.
то есть Кришна мог захотеть спасти его, а мог и отправить его куда-то в другое место. So ultimately it's up to Krishna. И в итоге все на волю Кришны отдаем. But it's good for the devotee to pray to Krishna. Но для преданных это вообще хорошо молиться Кришне. Even though devotee may pray for something material, it's good because they have some faith in Krishna. И даже если преданные молятся о чем-то материальном, это тоже хорошо, поскольку у них есть какая-то вера в Кришну. Every day here in Mayapur, devotees worshipping Lord Nrisingadev do so many pujas for people. И здесь, в Майяпуре, преданные каждый день молятся Господу Нрисимхадеву и делают очень много пуш для людей. It helps them to remember Krishna, to have faith in Krishna. И это помогает им иметь веру в Кришну. So not everybody can be so advanced that we just, oh, it's up to Krishna, whatever Krishna wants, it's okay. No. То есть не все так могут быть возвышены и думать, ну, все на волю Господа, все как бы окей с этим. Все будет хорошо. Are you all saying that we shouldn't pray to Krishna for the body? No, we can pray. It does not matter, you have all material desire or no material desire, still we should worship Krishna. Мы можем молиться Кришне, как бы неважно, есть у вас материальные желания или нету материальных желаний. Все мы можем поклоняться Господу. Whatever you want. We worship Krishna. И мы можем поклоняться Кришне ради любого нашего желания. That's better than not worshiping Krishna. И это лучше, чем ему не поклоняться. You agree? Вы согласны? Раджарани Матаджи. Yes, agree. Thank you. Okay. Можно я задам вопрос? Да, Матаджи. Хари Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны, преданный Махарадж. У меня вот тут возникло такое какое-то препятствие, что я часто залажу не на свой уровень. Ну, то есть вот у меня есть какой-то уровень, да, как я могу служить Кришне, что я могу делать, вот. И когда я слушаю лекции, читаю книги или прохожу какие-то онлайн сейчас семинары с возвышенными преданными, которые уже занимаются санкиртаной, у которых нет, ну, работы, ничего, у меня, знаете, сразу же возникает такое беспокойство, что ну когда же я уже себя душой осознаю, ну сколько можно? Ну то есть, знаете, идет такое, ну, вот перескакивание, какое-то ложное отречение, вот эти вот обязанности начинают тяготить, работа и так далее, и хочется быть как они. Вот, а ты не можешь. Я, ну, как бы по этому поводу чувствую, ну, что это как препятствие, то есть это какое-то непринятие, да, плана Кришны. Как вот здесь как-то успокоиться и уже довериться? Ну, когда придет это сознание, тогда придет, там и работа уйдет, и ты как-то сможешь по-другому себя чувствовать. Как вот в этой ситуации, ну, как-то перетерпеть, что ли? Я же не знаю, сколько лет это будет продолжаться. Спасибо. The question is that I feel just some obstacle. For example, now I just listen a lot of lectures, read books, and just going through different online seminars that are given by senior devotees, and. Just I understood that
all of them just they don't have work. But I have work, I have family, but all these lectures and books are inspiring me to just to recognize that I am a soul, but at the same time I don't want to fulfill my duties because I think that it's an obstacle for me to be just a pure soul, for example. Yeah. So how just, but I cannot just get rid of my work and my family and so on. How to tolerate this situation? How to, because I understand that I just go to more higher level than I am. So how I can tolerate this situation? How to how to wait until that time that I can just get rid of all other things and just make only devotional service. Yes, yeah, you have to be patient. You have to wait till you're properly ready, to till the time it allows you to dedicate yourself more fully. At the same time, you should continue. You know, some time must be spent to hear and chant. Да, вы должны как проявлять терпение в такого рода ситуации, то есть вы должны понимать, что развитие постепенно, и но при этом вы должны продолжать воспевать и слушать. Yeah, you're not ready immediately to give up everything, but you gradually, in time, you know, they said the time will come as you get older, you'll be more free of all of these entanglements, and then you'll understand more the importance of what we're talking about. И наступит такое время, когда вы станете свободны от всякого рода различных обязанностей, от работы, когда вы станете старше, вы поймете важность того, о чем мы сейчас говорим. Just now you understand it's important, but because of strong attachment, commitments, you're not able to do everything. But gradually, in time, the time will come when you can do it. И сейчас вы все это понимаете, но поскольку у вас сейчас, ну скажем так, много привязанностей и обязанностей, вы не можете сделать это до конца, но наступит время, когда вы сможете это сделать. Это придет постепенно. So you have to keep this knowledge in your heart, and you have to be faithful, be a normal person, continue your working, and at the same time, try to keep this knowledge in your heart. Remember what you've been hearing, what you've been learning. И просто будьте обыкновенным, нормальным человеком, живите своей жизнью, но при этом старайтесь сохранить это знание сердца, то, о чем мы сейчас говорим, то, чему вы учитесь, старайтесь все это знание держать в своем сердце. And one day Krishna will arrange that you can actually devote yourself more fully. И в один прекрасный день Кришна все устроит, что вы сможете предаться более полно ему. Okay. Any other question? Yes, there is a question from chat. У меня есть вопрос про Майю. Гуру Махарадж сказал, что мы должны объявить войну Майи. Можно это пояснить? Мне не совсем понятно, что это значит. Нам говорят, что мы не должны уходить в отречение, все бросать. Нам говорят, что мы должны также выполнять свои обязанности дома, в семье, на работе. И нам говорят, что мы не должны отказываться от своих желаний, но мы должны их одухотворить и посвятить Кришне. Делать все для Него, помня о Нем. Что такое объявить войну Майи? The question is about Maya, you said that we should declare the war to Maya. Can you explain this? Can you explain this? Because I don't understand what does it mean.
because we taught that we should not just go away from our life. We should not renunciate from we should not take the renunciation. We should just follow our duties at home, at our family, at our work. And we should not, they say that we should not give up our desires, but we should spiritualize them. Just dedicate ourselves to Krishna and do everything for Him, remembering Him. So what does it mean to declare the word on Maya? Okay, declare word on Maya means that, as you say, we want to connect everything to Krishna. So the family, the job, the home, everything should be in Krishna consciousness. Объявить войну Майя, это как вы сказали, что мы должны связывать все с Кришной, нашу работу, нашу семью, наш дом. The things which are not connected to Krishna, we get rid of them. Если мы в том случае, если мы не связываем все это с Кришной, то мы должны от этого избавиться. We have a job, yeah, you have to work in material world, but you have to do it in Krishna consciousness. Да, у вас есть работа, и вы должны ее делать, но да, вы должны делать ее в сознании Кришны. We're working for Krishna, different consciousness. Мы работаем для Кришны, мы работаем в сознании Кришны. So we're giving up the desire to enjoy material life. We understand material life cannot make us happy. Мы отбрасываем желание наслаждаться материальной жизнью, потому что мы знаем, что она не делает нас счастливыми. So we give up all thought of trying to get sense gratification. We just simply want to please Krishna. И мы отбрасываем все мысли о чувственных наслаждениях и пытаемся просто удовлетворить Кришну. Of course, that may be internally. We may not directly show it to everyone, but internally in our heart we should think like that. И мы можем не показывать это всем окружающим, но внутри, глубоко в нашем сердце, мы должны думать именно так. We should have that conviction that we just simply want to serve Krishna. И мы просто должны иметь это убеждение, убежденность служить Кришне. We should be convinced there's no real happiness anywhere in this material world. И мы должны быть убеждены в том, что здесь, во всем материальном мире, нет никакого счастья. The real happiness is in devotional service. И истинное счастье – это преданное служение. That is declaring war on Maya. Именно это и значит объявить войну Майе. Maya is the illusion. I am the body. I am the controller. I am the enjoyer. И Майя – это иллюзия, это что я контролирующий, что я наслаждающийся. So we want to change that consciousness. И мы должны изменить это сознание. We want to become conscious. I am a soul. I am a servant of Krishna. Мы должны иметь сознание того, что я душа, я слуга Кришны. So the war is with the mind and the senses. И таким образом это война с умом и чувствами.
Are you ready to fight your mind? Is it a question? Yes. Are you ready to fight the mind? Матаджи, это вопрос к вам. Вы готовы сражаться со своим умом? Да, да, и теперь я поняла, да, я готова. Yes, I understood that I'm ready now. Very good. Очень хорошо. Спасибо большое. Thank you very much. Okay, how are we doing? Any more questions? Nice. Настя, у тебя вопрос еще? Давай сама уже in English, ага. Krishna Maharaj, please accept my respectful obeisances. At the beginning of the lecture, you said that when devotee took initiation, Krishna began to see him as good as himself. Could you explain in details what does it mean that Krishna sees him as good as himself? I suppose I don't understand. Если на русский. В начале лекции Махарадж сказал, что после инициации Кришна начинает смотреть на преданного как на равного себе. Мне всегда интересовало, что это значит. Мне кажется, не до конца это понимаю. Спасибо. Yes. So I explained how the devotee surrenders everything because he's come to surrender everything, to completely commit himself to Krishna. Я объясняла это в связи с тем, что преданный полностью предает себя Кришне, полностью отдает все, чем он владеет. So in that consciousness, Krishna sees the devotee as good as himself, because the devotee is only concerned for Krishna. И таким образом Кришна говорит о том, что он видит такого преданного равным себе, потому что он полностью связан с Кришной. It's a very high level of surrender. Это очень высокий уровень предания. We cannot think that when we were initiated, we also had that same consciousness. We are not so advanced. What? We are not so advanced. Мы не можем думать, что если мы получим инициацию, у нас будет именно такой уровень сознания, мы не настолько продвинуты. But Lord Chaitanya was describing Sanatan Goswami. Но Господь Чайтанья описывает Санатан Госвами. He gave up everything. Он бросил все. He came to completely 100% dedicated to Krishna's service. И он на 100% был вовлечен в сознание Кришны. Служение Кришне. This is means not different. Krishna sees that devotee like himself. И это значит, что Кришна видит других, этого преданного, как самого равным себе. The verse is there in the purport of the Nectar of Instruction. It's taken from the Chaitanya Charitamrita. И эта цитата, которая приведена в Нектаре Наставления, она взята из читания Чаритамриты. Describes how Sanatana Goswami came to surrender to Lord Chaitanya. В которой описывается, как Санатана Госвами пришел к Господу Чайтанье, предаться Господу Чайтанье. Just like when we come to surrender for initiation, we become the servant of the spiritual master. Это подобно тому, как мы предаем себя во время инициации, мы становимся слугой духовного учителя. We become the representative of the spiritual master. Мы становимся представителем духовного учителя. Different, but at the same one and different. Repeat once again. One and different.
one, we are the spiritual master, but at the same time we're different from the spiritual master. То есть два в одном получается, что мы духовно, мы становимся духовными учителями, но мы не, но на самом деле мы не являемся духовным учителем. We have the same interest as the spiritual master. У нас тот же самый интерес, что у духовного учителя. One in interest. Один интерес. Understand? Это понятно? Yes, much clearer. Thank you. Okay. So, are there many more questions? Есть ли еще вопросы? Да, есть вопрос. Харе Кришна, мои поклоны, Махарадж. Вопрос в том, что есть преданные, которые смотрят информацию в интернете про кришнаитов, негативные истории, и потом пытаются это обсуждать в ятре, либо выкладывать в чат с мотивом, что чтобы не повторялись в наших ятрах такая ситуация там и так далее. То есть скажите, пожалуйста, правильно ли это настроение, и как оно влияет на веру, и стоит ли в это погружаться, или как-то по-другому поменять вот это понимание? Понятен твой вопрос? Some devotees, they're just... как вы сказали, что кришнаиты что делают? Some devotees just looking through internet different bad stories about Hare Krishna people and bad things about Hare Krishna, and then they just discuss all these things in devotees chat or in our, for example, in yatra. With the purpose that we shouldn't, for example, do like this, do like them. How this kind of mood will just... does this mood influence on our faith? Should we just discuss all the things, or we should just not associate with such kind of... people which have such kind of mood, and don't just discuss such topics. Mm. How we can just do the right choice in such kind of situation? Should we just discuss all these bad things that in case we shouldn't do like them, or just we should not discuss this because it's not a good for our faith? Well, sometimes it may be necessary to bring certain things up to point out that such a thing is not correct. Sometimes it may be necessary. It's a question of management. И, например, иногда для вот вопроса какого менеджмента, вопросов управления, такого рода темы стоит обсуждать, чтобы понять, что является неправильным. Communication is important. We have to inform devotees what is proper and what is not. И общение, оно очень важно, взаимодействие, вот это вот коммуницирование, потому что мы должны дать преданным понимание, что правильно, а что неправильно. We have choice whether or not to listen to these things or not. Some people, of course, may take pleasure to hear these things. И у нас есть выбор слушать такие вещи или нет. Некоторые люди получают от этого удовольствие, например. At the same time, we know such hearing such topics is not very pleasing. It's not very satisfying to devotees. Но такого рода темы обычно не сильно удовлетворяют преданных. But there are some people who like to hear these kind of things. Но есть некоторые люди, которым эти темы нравятся. So,
we have to be cautious, we have to be a little careful how much we hear, how often we hear these kind of things. Not all the time, not every day, but sometimes may be necessary. И мы должны быть очень внимательны и аккуратны в том, как много мы таких тем обсуждаем и как долго мы это делаем. Иногда это, да, может быть необходимо, но не каждый день. So there has to be some balance there. It shouldn't be every day that we have to discuss these things, but sometimes it may be necessary. То есть должен быть какой-то баланс. Это не значит, что мы должны эти темы обсуждать каждый день, но только изредка, иногда это бывает необходимо. And sometimes people may say, "Why? I didn't know. I never heard." And so sometimes it's important to communicate. Потому что иногда люди могут сказать: "Ой, я никогда не знал об этом, не слышал даже", поэтому очень важна вот эта вот коммуникация. We have to inform people that this is right or this is not right, that we don't do like this. Мы должны информировать людей, что что-то правильно, вот это правильно, вот это неправильно. Мы вот так вот не делаем. But not every day, not all the time hearing this. Но не все время, не каждый день. And generally it, these kind of things can be done. They can be put into preaching. Where there's preaching going on, it can be injected into the preaching. Иногда такого рода вещи могут быть включены в проповедь. Okay. Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna. Спасибо большое, Hare Krishna. Any Thank more? You very much. It's about it, yeah? I think. Yes. Finish? Есть еще вопросы. Any other question? Вопросы еще есть? No. Okay. No. Okay, so thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Russian Yatra ki jai. Jai. Hare Krishna.